Десятки человек на велосипедах оказались этим солнечным утром в самом сердце Казани. Под стенами Кремля стартовал не веломарафон, а субботник. Кому-то настроение поднимает погода, а некоторым – музыка. Эта колонна должна проехать 5 километров до места уборки. Оказавшись на набережной, велолюбители берутся за мусорные мешки. Илья и Тимур Зеленихины говорят, что сегодня убили двух зайцев. Сегодня открытие велосезона в Казани. Велосипедисты, наверное, уже многие уже начали кататься, но сегодня такое официальное открытие. И второе – это субботники по городу, поэтому мы решили совместить. Кроме велолюбителей, сегодня на субботник вышли добровольцы, участники общественных организаций нашего города. Объединив свои усилия, они встретились в парках и скверах, где убирают зоны, которые остаются вне видимости человека. Мусора после долгой зимы здесь собралось достаточно большое количество, поэтому работы у ребят немало. Бутылки, стекла, обертки от продуктов и сухие листья. Сегодня это главные враги экодесанта. Метр за метром они прочесывают территорию парка. Очень правильно, что нужно проводить субботник пораньше, тем более, что у нас ожидается большое событие в Казани, да, чемпионат мира по футболу. У меня отличное настроение, я пришла на субботник, чтобы помочь ребятам. А это уже Альметьевск. В этом году нефтяная столица пошла на эксперимент. Здесь впервые применили раздельный сбор мусора. На улице вышли 20 тысяч человек. Им в помощь 500 единиц техники. Все чистят, все моют, кто внутри, кто снаружи. Потому что город должен быть чистым. Это наш город. Примерно такого же лозунга придерживаются и в Автограде. Здесь на уборку вышли сотрудники почти 500 предприятий города. Давай подтягивай пакет. Вот, молодец. Резеда Нургалиева решила сегодня взять с собой помощника. Для ее сына это дебютный субботник. Вместе облагораживать город и легче, и веселее. После субботника приходишь домой и начинаешь второй субботник. Второе дыхание даже открывается. Про уборку в доме не забыли и в нашей компании. Для сотрудников ТНВ утро началось не с камеры и микрофона, а с ведра и швабры. Городские субботники подошли к концу, а общий республиканский запланирован на следующую неделю. Сергей Хайдаров, Фуат Гасин, Ишат Аюпов, Булат Шафигулин, Александр Лобанов. ТНВ, Альметьевск, Набережные Челны, Казань.